результате применения украинской армии реактивных систем залпового огня «Химарс» в городе Изюм Харьковской области были успешно поражены два командных пункта оккупационной армии России. Один из них – командный пункт 20-й армии Западного военного округа, второй – передовой пункт управления десантных войск Вооруженных сил России. В результате было уничтожено большое количество военной техники и живой силы оккупантов. Представляем вам эти кадры. Смотри. Там граната, блядь. Ну, откуда же ведется, блядь, стопудово? Думай. Не думай, а уверен. Бак. Как он... Бак пробит? Да.